Если вас укусил суслик и в недоумении вы не знаете, что вообще делать, то обязательно досмотрите ролик до конца. Сразу как получили укус, немедленно обратитесь к врачу. Скорее всего, суслик оказался бешеный, потому что, как правило, на людей они не нападают. Сразу же обработайте рану хлоргексидином. Скорее всего, пошло заражение инфекцией. Очень хорошо в заживлении помогают листья киви. Если же их у вас нет, то можете помазать антисептической мазью. И, как правило, через 2 суток рана должна затянуться. Обязательно поделитесь этим роликом, потому что рано или поздно данный способ может вам помочь.